классный. Это еще антирыв, курточка SAS 2, олива, 48-50, 188, ну, действительно, у меня размер 50-52, мне 48-50 впритык. Вот как бы, если ничего не поддевать оно, если поддевать, лучше, наверное, взять все-таки побольше. Я долго думал насчет того, взять ли мне эту куртку, и все-таки думаю, что можно было и взять. Очень комфортно мне в ней, очень хорошо, здесь смесовый материал, насколько я помню, здесь нейлон обшитый снаружи хлопком для большего комфорта и мягкости, и всяких таких вещей. Прям поехали, отсюда поехали с ладони. Ну, хороший рукав, толстый, изнутри синтетика, на ощупь она нормальная, не вижу каких-то проблем с потливостью, можно руку затянуть, причем затянуть ее можно очень даже сильно, вот прям совсем хорошо. Дальше здесь стоит вставочка уже в комплекте, да, вот каких-то там ударов. Она немножко большая, мешается, но здесь, так, судя по обзорам, люди, даже кому она не нравится, потом к ней привыкают. Я вот как бы не вижу проблем. В брюках SAS 2 тоже есть вставочка. Они тоже, кстати, очень клевые. И в паре, прям, мне кажется, отлично должны вместе работать. Едем дальше. Вот туда можно какую-нибудь нашивку налепить или что-то такое. Карманы боковые. Вот он достаточно крупный. Молния ездит хорошо. Что за фурнитура? Так. Я не понимаю, что за фурнитура, честно говоря, извините. Но ездит хорошо. Главное, что мне нравится, здесь есть за что ухватиться. Прям очень хорошо. С этой стороны точно так же. Очень удобный карман. Я в таком кармане ношу всякие там мелочи, жвачки, зажигалки, так далее, так далее, так далее. Смотрим изнутри. Кармашек. С другой стороны такой же кармашек. Есть утяжка по поясу. Утяжка по поясу автоматическая. Очень хорошо, что сделали вот дополнительную фиксацию, чтобы это все не болталось лишний раз. То есть можно так взяться. Прям опа, и утянуться. И вот она затягивается вот в этом месте. На самом деле хорошо. Скажем, новатуровская Аляска на мой размер затягивается где-то вот здесь. И смысла в этом меньше. Тут она затягивается прямо где надо и фиксирует зону от пояса и выше, да, для дополнительного сохранения тепла. Есть утяжки по низу, что тоже хорошо. И в тех же Алясках очень жаль, когда их нет. Когда они есть, мне это тоже очень нравится. Вот, соответственно, можно полностью утянуться. Вот я сейчас попробую в таком виде застегнуться уже утянутым. Видно, что много липучек. Так. Дело в том, что я уже затянулся, просто это немножко мешает. Нет, я все-таки растянусь обратно. Надо затягиваться, наверное, немножко пристегнувшись, да? Так. Андрей, мне надо помочь. Мне могут помочь. Но если я сейчас не смогу, мне помогут. Потому что стенд по застегиванию идет на помощь. Возможно, вопрос немножко в длине, но вот как мы сейчас выяснили, вместе с... Я делаю не так? Ты втыкаешь, надо плотнее. На, воткни, пожалуйста, Сон. Давай, да, сделай это. Я просто вот отмечу, мужики, что если куртка ничего будет не могут короче, то рукава будут короче. Женщина. Короче, рукава уже не нужны. Это, видимо, вопрос привычки. Ну, воткнула? Да. Только она почему-то... Вот это задачка. Вот куртка хорошая, а молния слишком брутальная. Я поняла, что тут происходит. И требует специального обучения. Может быть, какие-нибудь ускоренные тут курсы. Тут просто нет, погоди, здесь просто изначально было. Все делали не так? Угу. Вот ее вниз оттянуть надо? Да, да, да. Это очень длинный. Да. О, пошло-поехало. Сейчас мы надо попробуем. Вниз. Так, мы сейчас этот трюк повторим. Хорошо. Просто мне очень тяжело. Пытайтесь повторить. Мне очень тяжело оттянуть ее вниз настолько, насколько нужно. Просто реально она длинная. А, нет. Смотрите. Действительно, трюк можно повторить. Просто длинная. Да. Просто. Ну, это хорошо, что она длинная, на самом деле. Далее, куртка SAS. Вот она с капюшончиком. Кстати, в капюшоне жесткая вставка. Мне очень нравится. Вот она немножко разве что длинновато, но на капюшоне есть регулировка, и можно ее приподнять немножко повыше. Соответственно, в таком режиме уже в глаза не лезет. Давайте застегнемся. Ну, соответственно, вот так. Куртка вроде как ее величество воздушных сил, как и штаны, с автоутяжкой, ну что, мне нравится. Единственное, что она будет промокать, естественно. Может быть, маленький дождик и выдержит. Так, едем дальше. Куртка разгрузка, в ней много-много карманов. Давайте застегнемся, чтобы ничего не мешалось нам. Мне прям очень нравится, как она все это делает. Канадская пуговица, пришитая намертво. Вот такой большой прям карман. Есть карабинчик, есть вот там подкармашек, да, для ручек, например, каких-то или чего-то еще. Видно его? Вот он есть. Или для зажигалок, например.
Сейчас проверим, дублируется ли это по всем карманам. Я думаю, что да. Да, то же самое. Вот нитки отдельные лезут. Кстати, я проблемы не вижу. Это они скорее, видишь, посмотрите, отдельные нитки, вот я их просто тяну, они отваливаются. То есть это просто не до конца отвалившиеся, отрезанные нитки уже. Вот, просто большой карман, тоже с карабином. Даже нет, даже с двумя карабинами, даже тоже с подкармашками, смотри. Видишь, сколько всего можно спрятаться. Так, третий карман. Четвертый, нижний смотреть не будем. И что еще, есть боковой кармашек. В общем, обкарманься. Вот тут нитка торчит насквозь. Вот она лишняя. Ну, можно ее на самом деле оторвать и не париться, мне кажется. И что, с этой стороны тоже карман. В общем, куртка сплошной карман. Если остается вопрос, нет ли где-то сзади карман. Есть боковые. Боковые карманы, карго-карманы просто гигантские. Их можно, я не знаю, носить. Кстати, куртка хорошо еще, мне кажется, подошла бы для рыболовов. И для фотографов. Убери камеру туда. Положи сюда камеру. Положи камеру. Влезет? Ну, вот. В принципе, влезает, да. Почти влезает. Вот из объектива бы влезло, или объектив влез бы целиком. Так, и еще боковые карманы. То есть, это первая куртка с четырьмя боковыми карманами. Вот так она сидит. По отзывам все очень довольны ей, в принципе. Я бы себе такую куртку в качестве универсальной брал, если нужна одна какая-то летняя куртка, вот и как бы покупаешь ее и все. Или в деревню, например, или там в лес, или если ехать на какую-нибудь там Радугу, или вдруг автостопом куда-то ехать. Она, конечно, не такая цветастая, зато напихать можно всего, и рюкзаки просто больше не брать. В паре с штанами SAS-2, мне кажется, отличное решение, очень функциональное, долго проживет, не порвется, не сотрется и крайне рекомендуется к покупке. Шанти-шантирев, куртка SAS-2. Я пошел смотреть куртку SAS-1 в расцветке флэкрам с подстежкой.